Всем привет! Я заранее извиняюсь за качество съемки, но просто настолько возмущена нашей жизнью, что не могу это не снять. Вот смотрите, вон там магазин виднеется, Пятерочка сетевой, куча палаточек. А вон там, где идет автобус, там автобусная остановка и пешеходный переход. Дорога, трасса. Вот здесь по камешкам мы шлепаем. Вот эта трасса, у нас летят камни. Тут же, если вы видели, мамочки с колясками гуляют до магазина. Московская область, 60 километров от Москвы. Наслаждаемся отсутствием машины. Ни дорожек для пешеходов, ни тротуаров. Как хотите. Автобусная остановка сделана, ну сколько тут, метров 400, наверное, в одну сторону. И метров 600 в другую сторону от сетевого магазина. Вот как-то так.